Блюстители Таурата услышали о том, что Иса приобретал больше учеников и погружал в воду больше людей, чем Яхия. Хотя на самом деле совершал обряд погружения в воду не Иса, а его ученики. Когда Иса узнал, что о нем говорят, он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь его лежал через Самарию, и он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Якуб дал своему сыну Юсуфу. Там был колодец Якуба, и Иса, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около полудня. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, воды напиться», — попросил ее Иса. Ученики его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась. «Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться?» Дело в том, что иудеи не общаются с самарянами. Иса ответил ей: «Если бы ты знала о даре Всевышнего и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Женщина сказала: «Господин, тебе и зачерпнуть-то нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Якуба, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?» Иса ответил: «Кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь». Женщина сказала ему: «Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой». Он сказал ей: «Пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда». «У меня нет мужа», — ответила женщина. Иса сказал ей: «Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. То, что ты сказала, совершенно верно». «Господин», — сказала женщина, — «я вижу, что ты пророк. Так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Всевышнему следует поклоняться в Иерусалиме?» Иса ответил: «Поверь мне, женщина, настанет такое время, когда вы будете поклоняться отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь. Мы же знаем, чему поклоняемся, ведь спасение от иудеев. Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Всевышний есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина сказала: «Я знаю, что должен прийти Масих». То есть помазанник. «Вот когда он придет, он нам все и объяснит». Иса сказал ей: «Это я, тот, кто говорит с тобой.